Всем привет, дорогие друзья! С вами Саша. Сегодня мы поиграем в Байк Маухэм. Так, в общем, нажимаем play. Почему я решил заснять именно эту игру? Потому что мне больше всего она понравилась, то, что там можно сделать разные трюки, ну и еще кое-что другое. Так, придется, похоже, немного подождать. А, вот. Стой, не нажимай, вот. Вот Бангерс. Так, вроде бы все. Ну и, короче, давайте... Ну, типа, право там, знаете, все дела. Это покупка. И... Так. Ну, походу, не... Сейчас, подождите, ребят. Вот так вот. Надеюсь, вам все видно. Итак, поехали. What the fuck? Ну вот, смотрите, прикол. В чем тут один прикол? Раз, два, три, четыре. Так, не... я до велосипеда... Ну, он уже сраку поджарил свою, наверное. И хоп! Ну, блин, ребят. О, я выполнил, ребят. Я выполнил. Вот это сейчас было. О, блин, вот это реально сейчас жестко так-то было. О! И мы, короче, приехали. Так, лучше тут, мне кажется, не выполнять трюки. Просто, ребят, ну, предлагаю вам тихонечко так ехать, а потом, ё-моё, сальтуха. Что-то я тут далеко больно проехал. О, есть. Ну, слушайте, мы уже 10 тысяч набрали. И, короче, уже 8 тысяч. Йоу-йоу-йоу. Хопа. Блин, перед финишем самым, ну, конечно. В общем, вы, наверное, сейчас уже поняли, в чем тут... Почему... Так, проходим, короче, дальше. У нас реклама, надеюсь, убралась? Да, у меня убралась она. Смотрите. Хопа! Хоп, хоп, хоп. Опа. Ты что так подскочил? Ты чё, ребят, чем так подскочил? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Чем он так подскочил? Вот это был эпик. Ребят, вот это реально. Прям что-то такое. О, е. О, е. Ни хрена, блин, что я вытворяю. Это... слушайте. Я просто дичь какую-то вытворяю. Это можно тут делать. Так, тихо, 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 тихо. Блин. Приди велосипеда. Ой, офиги, ребят, велосипеда. Ты подскакивай тогда. Велосипед. Даже он, блин, встал. Стой. Я уже велосипед не хочу забрать его. Короче, я за велосипедом, скажем так, приехал. И, короче, взял его и поехал. Хотя после таких, скажем так, ударов вряд ли он... Выжил. Хопа. Та-да-да-дам-та-дам. Сейчас его попробуем поставить, ребят, его. Так, ты приземлись. Пом его мордой. О, слушайте, меня сейчас это натолкнуло на одну идею. Смотрите. Я, батя такой приехал, приходит. Пошел, блин, ты что там, ма... Вот, блин. Или брат, знаете, брат такой, ну, так, ты, когда ты взял велосипед у брата, и ты когда упал, что брат с тобой сделает? Просто тебя мордой в землю.
Хотя, наверное, ну, возможно, у меня стрик. Да блин, ребят, ну почему? Почему я не могу хом пройти, а? Есть. Ой, я прошел, кстати. Я прошел. Ура! Зачем я вот это сделал? Короче, ребят, let's go. Нахрена ты рванул, блин. Нифига. Тихо. Да, ребят, если кто успел увидеть этот, то, наверное, увидел. Может, кто видел, тот поймет, о чем я. Да ты чё? Не, ребят, я почти. Хоп. Ну, он застрял. Надо было попробовать еще его. О, ребят, у меня получилось. Ура! Земля, привет! Я это сделал? Давай. Хоп. Давай. Ну, короче, ребят, мы набрали 40 тысяч. У нас, короче, мы сейчас будем кататься по парку. Постпарк. Так, начинаем. Опа. Слушайте, я что-то там просто что-то еду. И fucking games. Так, ну, согласен, неудачно немного. Зато я в кустиках спрятался такой. Эх, надо в кустики сходить там. Ну, ребят, понимаете, конечно же. В кустики ходить. В смысле? А, то есть вот ты, ребят, он, короче, там застрял. Не обращай внимания, он, короче, там... Это брат его близнец. Ючка зло. Я, блин, что-то много далековато уехал. Замедленном времени гуляли с тобой. Блин, не получилось. Ну, блин, эпично так какой-то. Я, блин, что-то тут на пытаюсь и все. Так, короче, let's go дальше. Ну, пожалуйста, не подвисай. И, наверное, на этом мы закончим. Ребят, всем советую видео скачать. Это, в принципе, можно сказать, как BMG Drive. Ну, ребят, если кто играл в BMG Drive, то ставлю лайк, в общем-то. То, если в BMG Drive можно вынести себе мод. В погонях там, в каких-нибудь, не знаю. То тут тем более можно то же самое, можно сказать, вынести себе. Ну, в принципе, ребят, скачайте эту игру, и вы поймете, о чем я. Да чфак. Я, ребят, тоже, когда играл в BMG, да, у меня просто мозги у меня уже не ходят. Расшатанным. И сейчас, конечно же. И сейчас началась эта игра, которая мне еще вынесет мои мозги. Не мозги, мои нервы. Ах, вот ты где? Ты что так далеко уехал, а? А ты мне что тут его испортил? А ты мне его сломал, можно сказать. Ну, конечно, укатись, вы в кусте. Ну, ребят, в общем, наш чувачок, скажем так. Давайте это будет Юра. В общем, наш Юра там, короче, решил. Он любит в кустиках там сидеть, если упадет. Также он любит рисковать с собой. И летать тоже. Нихуя, ребята, он в воздухе шпагат сделал. Да, но он... Суть в том, что он преследует велосипед. У них там что, гоночка, что ли? Ребята, у них, походу, тут гонка.
А чё я? И, короче, Юра решил. Подумал, да ну нафиг, я лучше полетаю. Что увидел? Кустики надо. Сходить в кустик. Нет, что не видите? А если сейчас? Ку-к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 у. Ку-ку. Ты чё? Мы в клетке играем. Где же бот Юры? Юра, ты тут. Я тебя сейчас пощупаю. Пошёл вон. Ой, я Юру нашел, ребят, я Юру нашел. Ан, чё дурачиться? Поехали, короче, Юра решил попробовать. Он Юра, в общем, давайте жизнь Юры, в общем-то, расскажу вам. Юра никогда не сдается. Ну, он как бы уже тоже, можно сказать, подшатан, у него там, короче, инстинкт самосохранения вообще нету, он взял, короче, и он сейчас каждый раз пытается выполнить разные трюки, когда он не получается, он бежит за своим членом, у него демонстрик как-то получал, но все равно. Да блин, а ты куда пошел? Окей, пум, раз, о, ребят, он кувырок сделал, охренеть, ты что-то пытаешь. Он такой встает. Чё? И в кустике. Ребят, он в кустике и обратно зашел. Зачем ты идешь в кусты? Ни хрена себе! Вот это я. Блин. Ну вот почему, ребят, а? Пожалуйста, не уходи. Так вот, тормоз. Вот так вот спокойненько, и потом Юра как-то полетел. Слушай, Юр, как ты еще живешь, что такое? О, я в новой точке дошел. Так, убегаю и так далее. Ух! У них хрена мне сейчас, ребят, повезло. Юра, иди догоняй. Велосипед. Мне его сохранить надо. Ножки такие, ой, лежи. В общем, давайте вам сейчас суть расскажу. В общем, Юра такой, когда догнал, решил поспать. Ай, fucking games, блин. Когда он проснулся, вспомнил. Блин, валить надо же! Так, ребят. Короче, let's go, блин. Так, что-то замедленно, короче, едет. Сейчас сделаем по новой, блин! Fuck. Ребят, вообще советую, если честно, всем поиграть в нее. Ну, кто не играл в BMG Drive, то и хочет в нее поиграть. Так вот вам, ребят, можно сказать, пародия на BMG Drive. Ну, почти пародия, короче. Так, ты что встал? Смотрите, какой звук притворный. Ну-ка, тихонечко. О, вы слышали сейчас, да? В общем, ладно. Поехали, ёлки-палки. Так, у меня, в общем-то, 1000 сейчас, да? Да. Опа. Quarter fucking bros. В принципе, я сейчас пожёстче могу сделать. Трюк. Трюкачи! Что? А. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ни хрена, ребят. Не. Ну почему, ребят, а? Уху, йоу. А, блин, просто немного, наверное, поосторожнее быть. Так, у меня уже 6000. Fucking game, тихо. Йоу-йоу-йоу. Ни хрена, я уже думал, это... Подумал, ой, блин, зря я сделал это. А нет. Так, ну наш, в общем-то, Юра не хочет уже такого больше в кустики идти. Трястись там. Сейчас вам покажу один прикол, смотрите. Все, ребята. О, так он в кустики еще залез. То есть тут еще, ребят, кстати, поприкалываться так же, как и в BM-ке, можно сказать. Можно. Так, хоп. Разработчикам... стоять. О, ни хрена ты.
Ну, я пошел. Он, короче, Юра пошел в кустики. В общем, в кустики иди, сказал. В кустики, большие кустики. Что-то, ребят, кустиков для Юры нету. А, он нашел. Он сейчас, он, короче... Ребят, Юра мне, короче, сейчас по секрету сказал то, что он, типа, хочет полетать. Я такой ему говорю, ты чё, Юра, ты же умрёшь. А чё, типа, всё? Ну ладно. Ну да, ребят. Странно, что он не трясется. Ладно, короче, ребят, поехали дальше. Вы, ребят, если что, не обижайтесь, если кому-то, как вы знаете, если вред я что-то не причинил, да, вот этим, как бы, вы не обижайтесь. Ну, это просто, ребят, игра, я ничего, я ничто не хотел этим показать в вашу сторону. Так что, ребят, короче, продолжаем. Я вообще-то так-то трюкоч, блин. Вот, ребят, напишите в комментариях, кто бы точно так же сделал бы. Вот я лично не сделал бы. Как бы очень опасно. Вот если бы вы вот так сделали и вот так бы приземлились, вы бы уже умерли. И fucking games. Да. Так, у меня, короче, 3000, ребят. Нет, хреново. Хопа, 2000. Ну, вообще, я так-то хотел побольше. Ну, зачем я так сделал? Воу, тихо, блин. Блин, Юра какой-то, блин, экстремальный. Слишком. Йоу. Ни хрена себе, вот это мне повезло. То есть 11 тысяч уже, да? Охренеть. Финиш гейм. Фантастик. Проходим, короче. Давайте, ребята, сейчас пройдем еще два... как бы... два уровня, и, наверное, на этом закончим. Ну и, короче, потом, может, сниму еще вторую серию по прохождению этой игры. То есть мы ее пройдем полностью. Где-то я буду сам проходить, а где-то буду снимать. Так, пойдем. Слушайте, вообще по парку можно сказать. Ну как бы да, вы, ребят, видели, как я по парку, блин, ты куда полетел, вонючка? Пощёль, ты чё задницу поднял? То есть вообще он... А ты что потом сказал? Ты дурак, что ли, лучше? А это, ребят, знаете, как носят тело. О, так он почти встал. Ребят, смотрите, как бот Юра умеет делать. Вы так никогда... Ну, я не вот так хотел. Вот так. Да, блин, не получилось. Вот. Короче, смотрите. И вот так. Вы так, ребят, никогда не сможете. И еще вот так. А, он делает заряд. Раз, два, три, четыре, пять. Слушайте, на зарядку немного не похоже. А давайте, ребят, слушайте. Ты зачем на корень сел? Пум, пум, пум. Давайте попробуем его, ему сделать так, чтобы он, короче, сел на... Вот, да! То, что я хотел. Ногу опусти. Ногу сказал, опусти.
Сейчас его проволокем. В кустики? Ты опять в кустики хочешь? Не, на этот раз ты в кустики не пойдешь. Во! Реально! Оп. Оп. Все. Юра, с тобой все в порядке. Юра, ты что трясешься? Юра! Ты еще ногу лижешь и ползешь? Да иди ты отсюда. Нархаман. Девочка, велосипед своему. Иди вот сюда. Слушай. Ты, короче, там пока отдохни. Ты что, пресс решил покачать? Ты кому машешь? Ни хрена ты там сальтухи накручиваешь. Ни хрена себе. Вот это Юра тебе почет. Короче, ребят, Юра там очухался и решил поехать по новой. Кстати, он проехал свою смерть. Я только это сказал. И он, можно сказать, ощутил смерть. А, Юр, я вообще, короче, про тебя в твою сторону не буду ничего говорить. Ребят, у меня просто слов. На эту не дебильную, но на эту, блин, ужасную игру. Хотя, по идее, не узнаешь, не узнаешь. У меня, блин, уже от этой игры мозг кипит. Так, ребят, тихо, 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 Юра, тихо, Юра! Юра! Ура! Ребят, я могу сказать одно. Юра у нас будет много где встречаться. В многих играх будет Юра. Где-то Юра вырастет бородку, где-то не вырастет, где-то он бреет, где-то лучше нарастить себе там. И все это будет Юра, нифига себе, 360 градусов, господи. Юра! Бебель катится. Юра, ты пойдешь за ним? Я пойду за ним. Ну и короче, все. Да сядь, Юра. Юра, сядь. Юра, блин! А, ну ты на колени хочешь? Ну, окей. Юра, ты, блин, чё упал, а? Ребят, чё-то Юра, короче, сидеть не хочет, походу. Ах, ты хочешь лежать, да? Ну, лежи тогда вечно. Слушайте, ребят. Хуй! За ручку. Лети, лети тогда в космос. Ой, не вот на веточку. Я сейчас на веточку повешу. Ура! 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 Стой! Фу! Вверх! Вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх, вверх. Вверх, вверх, вверх. Вверх, 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 вверх. Вверх, 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 вверх. Вниз! Так. Пошли. Юр, зачем ты упал? Ты мог прыгнуть. А, ну ты, короче, пошел, да, типа? Ну, слушайте, Юр, короче, сейчас, походу, пошел. Слушай, Юр, ты куда пошел? Ты зачем тут бьешься? Ни хрена ты, блин, залетел. А, ну ты посидеть, да, хочешь тут? А, ну ты полежать, да, хочешь? Юр, прыгай! Ни хрена, блин, тут Юра. Вот, ребят, вся мощь в Юре. Самый, можно сказать, сильный Юра, который, блин, с пятиэтажного, хоть с 500, 5000-этажного, он выживет. И все это Юра. Юра никогда не умрет. Итак. В общем, ребят, продолжаем. И я завершу только это, и мы, скорее всего,
на сегодня это закончим. Просто, короче, пойдем. Будем стараться, чтобы без трюков. Давайте реально без трюков. Проедем. Что это такое? Что это такое? Только не говорите, игра вылетела. А не. Где звук? Будем ездить как нормальные люди. Хотя какой нормальный человек такое сотворит? Так, ребят, мы вроде почти доехали. Так, ну слушайте, мы реально почти доехали. Просто без трюков поедем сейчас. Хотя бы надо, чтобы мы доехали. Ребята. В общем, на этом все. Сейчас вам покажу еще раз, как эта игра называется. И на этом мы завершим. Вот. Bike Mayhem. Если кто, конечно же, захочет в эту игру поиграть. Всем пока, дорогие друзья.